Сегодня я хотел бы задать вам интересный вопрос. Вопрос, который вы должны задавать себе, наверное, каждый день. Кто вы такие? Кто мы такие? Зачем мы? Почему мы? И более специфически, интернетные ли вы люди? Жители вы ли интернета? Вы тут живете или вы тут только наслаждаетесь? Вы тут развлекаетесь или вы тут учитесь? Или вы работаете в World Wide Web? Чем вы занимаетесь тут? Смотрите на меня, смотрите на других, смотрите на всяческих. Но на самом деле, к чему принадлежит интернет? И к кому он принадлежит? Принадлежит он к нам, к вашей стране или к Гуглю? Или к еще чему-то? Это вопрос, который меня занимает, потому что постоянно люди пытаются проявить интернетной коммуне свои правила, свои законы, свои принятые обычаи. Неужели эта мысль у вас такая глубокая об себе? Вы так себя любите, что вы думаете, что все люди в мире, и это примерно именно те люди, с которыми вы общаетесь, когда вы общаетесь с людьми в интернете, будут знать ваши традиции и будут знать ваши принятые порядки и законы. Неужели вы считаете, серьезно, что кому-то до вас, вообще, до тебя и тебя и тебя, ёпта, бля, кому до вас? До вас, до нас, до них, никому. Никому не интересно. Или вам интересно, вы сидите каждый день, смотрите на всяческие новости из других стран. Смотрите ли вы на видео такие, как мои, чтобы увидеть мнение, которое скормит с интернета? Неужели это то, чем вы занимались 15 лет назад? Неужели 15 лет назад в газетах была статья или по радио было что-то подобное интернету? Или по телевизору было интерактивное общение с людьми со всего мира? 15 лет назад, да, существовал интернет, но, конечно же, не в таких масштабах и не в таком распространении, как он существует сегодня. Поэтому мы должны задать себе вопрос, а во что мы превратились? Если мы все так любим свои нации и свои гражданства, и мы все радуемся и гордимся тем, что мы принадлежим к одной стране или другой стране, или к этой религии, или к другой религии, что же такое интернет? Это своя нация, своя религия, свое движение. Как это сказать? Это свой город или государство в виртуальном мире? Что такое интернет и что такое интернетные люди? Я еще не могу ответить на этот вопрос. Но этот вопрос меня занимает очень часто. И я думаю, нужно занимать вас тоже. Потому что если вы начнете о нем думать, вы начнете понимать, а кем вы являетесь на самом деле и что вы делаете в своей ежедневной жизни. И что вы делали всю свою жизнь и что вы будете делать в будущем. Что вы будете делать остатки дней своей жизни. Неважно, сколько у вас их осталось. 10 тысяч, 50 тысяч. Неважно, сколько дней вам осталось еще жить. Неважно, сколько лет. Неважно, сколько вы хотите жить. Вас все равно, наверное, мучает этот вопрос. Кто же на самом деле? Интернет нам может помочь на него ответить. Главное об этом вопросе подумать. Скажите мне, что вы думаете о моем вопросе в комментариях. Поставьте лайк, шерите. Спасибо вам большое, а тех, кто меня не любит, ну, я вас люблю.